30 миллионов рублей. А срок 10 лет. А какие-то проценты есть или это... Проценты обсуждаются. Мы только начнем обсуждать кредитное соглашение. Угу. Все расскажем, все, как и всегда, все прозрачно и все открыто. Угу. ВТБ готовы предоставить? Сегодня первые лица были на студии, и буквально мы смогли обсудить все детали уже и вживую показать все, что необходимо и на что необходимы средства. То есть передана заявка, передан бизнес-план, и следующий как раз шаг будет — это обсуждение деталей. Но параметры, мы, так сказать, общие параметры глобально мы смогли обсудить. А приблизительно как скоро эти деньги станут реальными, физическими? То есть ими можно начнет появиться возможность распоряжаться? Обычно процедура оформления кредитных соглашений от 2 месяца до полугода. До полугода, да. А проект как таковой существует, что будет сделано в первую? Бизнес-план был разработан в течение последних 9 месяцев, и, естественно, мы его рассматривали и во всех ведомствах перед тем, как обсудить 11 сентября на общественных слушаниях. Конечно же, это и есть тот бизнес-план и та программа, которую мы все вместе обсуждали открыто. А можно пару слов насчет этих пар машин? Почему их задержали? Где задержали? Кто их увел, так сказать? Как так получилось? Да, в 2010 году эти автомобили были угнаны. И откуда? Все с автобазы Ленфильма на Тамбасово, которая располагается. У нас больше сотни единиц игрового транспорта. Как вы видите, вот много, то есть некоторые из них здесь представлены. Из этого будет как раз создана и часть музея Ленфильма. Так вот, они были угнаны, и их не могли найти больше 2 лет. Вот. Сейчас все активные действия, наши активные действия по возрождению Ленфильма, они как раз связаны с тем, чтобы заканчивать несправедливые какие-то действия в отношении Ленфильма и возрождать фабрику, то есть все, ее качество и так далее. Все вместе, в комплексе, нам помогают многие. И в том числе это помощь и милиционеров в данном случае, и наших товарищей, в общем, все вместе. А что еще угнали, что украли? Что вы еще ищете? Вот вы сказали, что это еще не все. Идет полная инвентаризация, ревизия, то есть системная работа, уже новые усиленные команды, уже почти 4 месяца. Да, детективный. Мы, если отдельно хотите поговорить, мы вам все расскажем. Это касается все-таки машины, это... скажем так, аллегория. Например, сюда же подходит неправильное использование коллекций. Иконки в апсторах с ленфильмовской символикой. Все это нужно делать, и Ленфильм как бренд должен приносить деньги. Сейчас это все находится достаточно в разрозненном состоянии. Достаточно. Если конкретно вам рассказать, ну, на это потребуется один день. Если хотите, мы отдельно посвятим этому целый день. Что было украдено, выведено, неправильное использование, на что, за счет, из чего деньги Ленфильм не получает, из чего он будет получать.